Сегодня 4 июня 2023 года, около 19 часов 45 минут на автодороге Воткинск-Камская на 13 километре произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» 80-го года рождения не справился с управлением, совершил съезд с дороги, в результате чего в дальнейшем наехал на дерево. Пассажир 90-го года рождения от полученных травм скончался на месте. По предварительным данным, водитель доставлен в тяжелом состоянии в больницу города Воткинска, находился в состоянии алкогольного опьянения.